Почему я вообще думаю над этим клоуном? Назовите мне хоть одну причину так играть. Сгорел сарай, гори хат. Ну, это нормально. Какой жесткий фаворит, я видели. Просто каждый раз доезжаю. Чё за... Пеха теперь $3 США, банан нужно сбоку кусать и нет. Банан надо нарезать вроде кусочками. Ой, блядь, серпом по яйцам. Недавно с этим чуваком в теннис играли настольный. А сейчас он будет смотреть на мой Street Flash 4 бэтпоти. Вот так вот. Судьба поворачивается, да? Давай ты еще чекни. Просто фестиваль чеков в мои доезды будет. Ты хедлайнер. Кто бы сомневался, что там туст? Мы диапазоны блефа-то не паримся строить, мы только вэлью строим. Где тузы опять? А только показали тузов, сразу нет тузов. Все, просто одно и то же. Одно и то же. Каждый день, сука, одно и то же. Ну, сколько можно? Просто, ну что это такое? Тузы, вот реально, лучше бы они блайн... Реально, лучше бы они своровали блайнд в этой раздаче. Что за говно? Как я могу выкинуть? Это второй нас есть. Я хотел бы выкинуть, конечно. Но у меня уже совсем перестанут понимать зрители. Они и так нихуя не понимают эти мои пасы. Ну это пи***ц. Просто чувак одну комбу изображает, там всегда у него есть. Бля... На стойке изи играем. Остатки сюда, пожалуйста. Ой-ой-ой, блядь, да вы чё, ё-моё, вы гоните? Какие нахуй сет в сет, а? Здравствуйте. Чё ты чекаешь-то, а? Кнопка бет вот справа, вот так вот. Вот именно, снэпом он колет меня. Это хорошая раздача. Фух. Я слопа уже начал добирать. О, в жопу просто, я не знаю уже, что с этим делать. Жанр порно. Я, кстати, не смотрю порно в последнее время. Что-то. Ну, как последние лет 20, да. Да. Мне жена запретила об этом говорить, видишь. У тебя жена из-за тайм-аутила сейчас. Насчет жены, кстати, сегодня веселая история. В начале стрима была, многие не застали. Что она, короче, ключи от дома забыла и пришла в офис за ключами от дома моими. И заодно решила мусор забрать. И, короче, нашла какую-то женскую футболку. Я просто в душе ебу, откуда она здесь. То есть у меня единственная догадка, что это приходила уборщица и переодевалась, когда, типа, года полтора назад единственный раз у меня здесь была уборщица. Потому что здесь реально тупо никого, кроме двух компьютерных мастеров и одной уборщицы, не было.
И компьютерные мастеры вряд ли притащили мне эту футболку. Тогда я помню, одновременно ко мне приходил мастер, который менял блок питания на BeQuiet, и уборщица, и они вместе тут что-то делали, а я их караулил. Они вместе тут что-то делали, порно, а я их караулил, не смотрю порно. Не ври мне, малыш, это порнушка. Порнушка? Ты про порнографию? Нет. В этом нет ничего такого. Я знала, что ты ее смотришь. Все парни это смотрят. И я не против, если там не какие-нибудь извращения. Ну, ладно. Ну, садомазы это не страшно, в принципе. Сама люблю погрубее. Главное, чтобы ничего реально больного на голову не было. Вариантов у меня, конечно, немного. Свое честное имя восстановить. Самот. О, господи, что это было? Я к таким раздачам вообще не привык. Чекрейзов боятся за Вэлю не ходить, правильно? О, Джола! Что-то выиграл хотя бы. Вот это отличный ривер просто. Ну, блев, мне здесь не просто будет бетить. Семерочку, да? Дождался, молодец, блин. Два хитрожопых одиночества встретились, называется. Да что за блевотный? Туз 5 one time, покажи. Вот так вот, красиво. Ну хоть какой-то кусочек радости дали, дайте уже оживиться маленько, сколько можно уже. Тут замечательный тёрн. Давайте без каре, может, обойдемся, без девяток. Ой, ё мать. На, вот, у меня каре будет в три ботплотах, видали? Видали сосуны? Это реклама была раньше такая, какая-то там... Херня какая-то была, короче, для этого... Для волос, что ли, видал сосун? Wash and Go. Прекрасный шампунь и бальзам-ополаскиватель в одном. Шесть семь здесь прям вовремя. Что за донаты на стриме внезапно? Знаете, какая раздача была? Я трибетнул. Плотно поставил флоп, очень плотно поставил терн, и он запихался на терне на мой плотный бет. Типа, еще, I put you on flash draw, или это было, или как это еще назвать? Почему не могу столы закрыть, кто-то в курсе? Что мне еще надо от этой сессии? На пике. Ну, то есть, реально, выше точки не было даже, как бы, на цент. Может, этого? Не знаю, и ни сна, ни отдыха, будем делать деньги из воздуха. Давайте так, челлендж завершим, когда? Я обещаю по завершению этого челленджа фан-стрим. То есть это где-то 20 число.
Причем нормальный такой, не с 8 вечера, а прям часов с 5-6 в какой-нибудь подходящий день. В идеале было бы, конечно, успеть челлендж сделать до выходных и на выходных его сделать. Ну вот это обещание пусть будет того же плана, что и обещание не играть 6+ до конца года. Постараемся выполнить. Ну не постараемся, выполним, блин. Если я дал обещание, это уже не просто сказать «постараюсь». Это уже обещание. Одна плюсовая сессия, уже пошел какие-то обещания давать. Ну что, хороших выходных всем получается. Так, нормальная рабочая неделечка. Все, я убежал. Всем пока.